Готовь сани летом, а прививку успей сделать осенью. В 78-й поликлинике идет бесплатная вакцинация против гриппа. В этом году Фрунзенский район старт прививочной кампании дал на 2 недели раньше. Как показала практика прошлого сезона, пик эпидемии в 2015-м начался до того, как у людей выработался иммунитет. Необходимо сделать противогриппозную вакцину где-то за 1,5-2 месяца до эпидемии гриппа. И потом уже этот иммунитет хватает на целый год. Зимой 2016-го порог заболеваемости был превышен. Вирусом переболели почти 400 тысяч петербуржцев. 102 из них умерли. Все жертвы оказались непривиты. Как говорят медики, вакцина на сегодня пока единственный и эффективный способ профилактики гриппа и ОРВИ. Главное, подчеркивают специалисты, прививка защищает не только от инфекции, но и от осложнений. Осложнения после гриппа могут быть самые разнообразные. Это и гайморит, это и отит, это и пневмония. И переход в различные аллергические состояния. В медучреждение уже доставлены 3800 доз вакцины отечественного производства. Всего же в районе планируют привить не менее 40% населения. Защиту от гриппа может получить каждый желающий до 1 ноября. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.